Представитель певицы Светланы Лободы после победы в шоу «Дочери Алсу» заявила, что история «Голоса» окончена. Накануне победительницей шоу признали дочь Алсу, но эту новость с гневом встретили пользователи социальных сетей. По словам представителя певицы, вчерашний день был трудным для Лободы. «Я призываю всех наших поклонников только к одному, дети ни в чем не виноваты. Не осуждайте, у меня все. Я думаю, для нас история «Голоса» окончена», — написала представитель Лободы. Ранее сообщалось, что певца Валерия Меладзе обвинили в победе дочери Алсу в финале на шоу «Голос». «Дети», — газета «Ру» вела онлайн-трансляцию финала.